До пьесы «Урок дочкам» самобытный театральный коллектив из деревни Мамоново ставил лишь детские сказки. Но маленькие зрители выросли и теперь сами участвуют в спектакле на ведущих ролях. Семен! Даша! Семен! Даша! Семен! Да, Даша, Даша, ты как? Что за здесь? Да что с тобой сделать? Ты поехал в Петербург? Подожди, ты же осталась в Москве. Что с тобой сделать? Подожди, подожди, Даша. Я так мы ничего с тобой до завтра ведь не узнаем. Художественный руководитель театрального коллектива Екатерина Гусева идею поставить именно эту пьесу задумала давно. Премьерный показ успешно воплотил мечту режиссера в жизнь. Много-много лет назад мы с моим другом думали над этой пьесой и даже были какие-то попытки, может быть, частично его поставить к определенному празднику, там это было тематически. Вот. Ну, а вот сейчас это вспомнилось, я посмотрела на ребят, это очень хорошо раскладывалось, на мой взгляд, на исполнителей, и мне хотелось дать им опыт водевиля. Вообще считается, что в театральных школах, прежде чем играть Шекспира, играют водевили. Матвей Федин занимается театральным искусством уже 4 года. За это время он успел попробовать себя в разных амплуа. Его герой в этом спектакле – ушлый деревенский парень Семен, влюбленный в крестьянку Дарью. Они собираются сыграть свадьбу, но денег у жениха нет, и он решается на аферу, в ходе которой попадает в дом к барину под видом француза. По словам юного актера, его персонаж – обаятельный Альфонс, способный выкрутиться в трудной ситуации. А выйдя из этого образа, он рассказал про свой путь на театральные подмостки. У нас здесь ставили кукольные спектакли, люди, самодеятельность была. И у нас в нашей деревне живет профессиональный режиссер. И наш директор клуба, Панина Нина Ивановна, она пригласила этого режиссера, чтобы он эту самодеятельность превратил в, вывел на профессиональный уровень. И когда это уже все началось, то есть закрутились, появились первые спектакли, которыми я был зритель, я решил участвовать в этом всем мероприятии. Помимо юных актеров, в спектакле была задействована профессиональная актриса. Вера Беленинова сыграла роль няни дочек хозяина. В ее исполнении героиня получилась искусно простой, но очень впечатлительной и энергичной. Боже мой, это как это должно быть весело! Эта роль очень интересная, я бы не сказала, что она сложная, потому что это комедия, комедия положений, водевиль. Вообще мы первый раз сыграли взрослый спектакль, в общем-то, это хорошо. Вот. Но это характерная роль, я характерная актриса, так что очень приятно, что людям понравилось. Зрители высоко оценивали игру актеров и работу режиссера. Спектакль позволил им вдоволь посмеяться, а также получить удовольствие от качественной постановки. Мне очень понравился, с таким наслаждением посмотрел, просто подъем эмоций, здорово, молодцы. Ребят, я вас очень поздравляю, Екатерину Георгиевну, это режиссерский успех в любом случае. Вот. Она вытащила из вас весь темперамент, спектакль абсолютно логичен, смотрится на одном дыхании, логика выстроена режиссерски, просто безукоризненно. Премьера пьесы оказалась успешной. Об этом свидетельствовали громкие овации зала и торжественные возгласы «Браво». Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.